Всем привет, доброе утро. У нас новый день, вчера не снимала. Вчера была на работе, потом на дне рождения. Ну, я рассказывала в прошлом видео. Пришла поздненько и туда-сюда и спать легла. Но зато я вчера выскочила с работы, и у меня такой маленький шопинг получился. У меня оставались деньги еще с дня рождения, те, что мне надарили. Я вчера купила себе джинсы и такую кофту, рубашку, я не знаю, как ее назвать. Короче, буду идти в ней сегодня на работу, оденусь, покажу. Вот, а сейчас крошу капусту. Хочу салатик сделать на завтрак. Сережка уже убежал на работу, а мы с Викой еще... собираемся. У Вики, как всегда, запахи тут от завтрака. Оно. Красота. Я сейчас салатик сделаю. Обед Викин уже готов. Уже вечер, я уже дома, и утром так убегала, спешила, что не показала джинсы, которые я купила. В общем, вот такие вот они. Вот такие. Сейчас попробую. Вот так. Тут так. В общем, как-то так. И такая кофточка. Тоже. Вот такая. В общем, не знаю, плохо видно, конечно, но мне нравится. Всем нравится. Фух. Иду разбирать сумки. Еще скупили. Сережка меня встретил. Идемте. Наша распаковка продуктов. Так, яйца, хлеб, булки, сахар закончился. Молоко, кофе. Сыр, крем, сыр вот такой взяла на пробу. Капуста, огурец, вареники улюбленные с картоплей и грибами замороженные. И пельмени с яловочиной, это свинину. Это называется... Сегодня я не хочу готовить. А, сыр еще спрятался, вот кусок сыра. Пропустила. Симулечка. Какие дела? Сегодня на работе немножко устала. Не то, что устала, а как-то спина прям болит. Целый день на ногах. У нас сегодня отбор товара был, поставщики были. Вот, это все надо было разложить. Все это про бирками пробирить, так сказать. Поэтому я сегодня такая подуставшенькая. И голодная. Вот, сейчас с Викой поужинаем. И все, готовить сегодня ничего не буду. Сегодня отдыхаю. Завтра иду к Хатуне, наконец-то. На реснички и ноготочки. О, у Вики ногти красивые. Я же не показывала, она вчера сделала. Сейчас покажу. Сейчас она придет, и я покажу. Да. Такие нежные, хорошенькие. Ну, одна рука у нее такая, одна такая. И одна рука такая, как я когда-то делала маникюрчик. Классный. Так, все, разбираю, все, сейчас покажу ногтики. Ой, осечки какие хорошенькие. Тут такие они, прямо весенненькие. Даже не знаю, летние, как по мне. И это такой нежный. Хорошенький прям. А я завтра сделаю глаз выколи. Сейчас немножко вам покажу, не немножко, ну, в принципе, все кадры. Пришли уже фотографии нашей семейной фотосессии, которую Хатуна с Мишей нам подарили на мой день рождения. Поэтому смотрите, поделюсь с вами этими фоточками. Cause I know that you do just right.
'Cause I know.